Всем привет! Привет! Сейчас поздороваешься. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В ближайшие два дня, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая воскресеньем, я буду в няньках, я буду бабушка-бабушка. Мы сейчас съездили в магазин, купили с Таней все, что нужно. Там часть Таня покупала, я покупала картошку, морковку, ну, это более практичная. Таня всякие там сладости покупала детям, печеньки, все такое. И мы сюда приехали с Настей. Настя у меня первая. Потом приедет кто? Лаки. Давай, сейчас я камеру переверну, и ты все расскажешь. Лаки, а потом приедут мальчишки. И вот вы с нами, вы будете тоже бабушками-бабушками. Вот у нас Настя. Настя, покажи, поздоровайся, Настя. Всем привет, да? Ах, что тебе мама купила? Что это? Как это называется? Вата? Да. Мы столько сумок набрали, что я даже не успеваю все разложить. Вот вытащила часть, сейчас вам покажу. Купила, это мои покупки. Купила вот водички, купила кефирчику, купила себе швепса, сливки. Таня купила арбуз. Что, кефир хочешь? Да. Сейчас. Купила инжир. Смотрите, я обожаю инжир. И персики. Вот. И там еще у меня куча сумок. И вот в коридоре еще 4 сумки. Мы их разберем с вами чуть-чуть позже. Вон, картошки полная. Большой пакет картошки. Уложила Настю спать. Можно продолжить вам показывать. Так, это вы видели. И персики тоже видели. Посмотрите, какие. Какие классные, классные персики. Такие. Сейчас немножко они подостынут, и можно их есть. Так, что здесь у нас? Яблочки. Так. Все лучшее детям. Лучок, например. Вот такой зелененький, свеженький. Огурчики. Это они любители. Так, что у меня здесь? Петрушечка, вилочек капусты, виноградик. Ну-ка попробуем. Сладкий. Помидорки розовые. Здесь что у меня? Здесь у меня укропчик. И тут горький перец. Пригодится. Редко он бывает. Так что у меня надолго буду какие-то заготовки делать на зиму. И вот как раз мне нужен будет такой перчик. Так, ну теперь посмотрим, что Таня набрала. Просила ее купить всяких сладостей, которые дети едят. По-моему, тут на неделю. Так, печеньки. Они вот такие обожают. Это что такое? Какие-то кексики. Что такое? Какие-то чипсики. Так, айс-ти. Отлично. Так. Что тут еще? О! Еще такие. Еще чипсики. Каждому по пачечке. Маленькой. Так, это что такое? Какие-то конфетки. Дети, когда ко мне приходят, они сразу: бабушка, а есть что сладенькое? А у меня сладенького ничего не бывает никогда. О, йогурт. Надо его в холодильник убрать. Вот оно. Так, и что тут еще? И сосиски. Ого. В общем, короче, кормить не перекормить. Ну и хлеб. Арбуз она покупала, виноград она покупала. Что-то еще покупала. Так, я кого сейчас жду? Я сейчас жду, должны Лаки привезти. Вы посмотрите на нее. К Джосику не приставай. Ну-ка, тихо. О, видали, видали, видали? Вот она, вот она, вот она. Вот она, побежала, побежала, побежала.
Побежала водичку пить. Я налила полное ведро, потому что она миску таскает по комнате. Я ей налила ведро, он поставила. Она теперь туда бегает водичку пить. Жоз. А Жоз, тебе не нравится? Тебе это не нравится, да? Сейчас она успокоится. Она очень хочет с тобой поиграть. Вон, смотри, все. Все, устала. Устала, добегалась. Ну что, успокоилась? А? Жосик. Ну, не расстраивайся. Не расстраивайся, моя собака. Господи, кто это? Кто эта девчонка? Зачем мне такой стресс на старости лет? Ну, смотри, она хочет с тобой поиграть. Да, Жосик? Ты мой зайчик. Ты мой мальчик. Собака. Лаки. Господи. И ты такая, и ты тоже хорошая. И ты хорошая девочка. Только еще совершенно невоспитанная. Совершенно невоспитанная. Надо тебя отдать на воспитание. На воспитание тебя отдать кинологу. Да. Прям пристает к нему. Жосик, не переживай. Вот так вот дай ей. Еще лапой. Еще лапой. Лапища-то такая большая у тебя. Вот Шкода, а. Вот Шкода. Пошла, пошла, пошла. Чтоб оттуда достать. Ой. Ой. Ой, ой. Куда бы, куда бы. На стол. Как хочу на стол. Кошки. Ой. Ой. Сейчас тебе Муся-то глазки-то выцарапает. Лаки. Иди игрушку принеси. Где игрушка? Ну, а где остальные-то? Лаки, куда? О, а вот и остальные. Все, все. Вся команда в сборе? Да. Закрывайте дверь, пока Лаки не пошла гулять. Каникулы. По коридору. Каникулы? Да. Все, сегодня последний день был? Да. Ура! Будем пировать сегодня? Как? Ну, что-нибудь вкусненького поедим. Давай обниматься будем? Угу. Ой, господи, один, второй. Ты тоже, Настя? Тебя-то я видела минут 15 назад. Все, давайте раздеваемся. Круг принесла. Пойдем плавать? Вам не знаю. Что, Настя? Сейчас кушать будет. А что такая грязная-то уже? Бабушка, можно посмотрю, какие там конфетки? Посмотри, где ты будешь смотреть. У меня полный комплект. Привет, Дмир. Привет, Кирем. Кирем пошел по шкафам. Привет, Настя. Лаки, отстань от моего Жосика. Вот без айпадов вы есть не можете. Да? Да. Да. Понятно. Ты салат-то ешь, одну картошку кушаешь. Давай-ка это, салатик хотя бы. И ты тоже курочку кушай. Бабушка вам наготовила курочки. Тебе салат надо, Настя? Не, я первую картошку ем, потом уже салат. Я первую картошку, потом курицу. Хорошо, давай, кушай. Драчунья, а? Ну-ка, тихо. Замолчи. Замолчи. Дай ей эту зеленую игрушку, Настя. На, вот, Лаки, грызи. Это-то тебе. Вот, вот. Вот тебе игрушка такая. Такая тебе игрушка. Игрушка, игрушка. Жосик. Ну, ты ничего, Жосик ей разрешает поиграть. А то она там уже грызет все подряд. Грызет все подряд. Сейчас она и тебя грызанет между делом. Ошибется, ошибется и тебя грызанет. Лаки!
Подать? Тебе подать? А? Чье тут пузо? Чье? А? Кто тут счастлив? Собака счастлива. Вот. Вот. Пузики. Пузики такие, беленькие пузики у собачки. Капуска, когда у нее есть секунду, она, ну, ногой выгоняла. Вот так вот. Да? Она вон пошла уже к Жосику приставать. Лаки, а что ты там делаешь, а? Кошмар какой-то, а не собака. Это просто какой-то кошмар. Она заняла Мусина место. Муся там на балконе. Вообще что-то. Мне кажется, что с тремя детьми проще управляться, нежели с одной вот этой вот собачонкой маленькой, невоспитанной. Так, эта красотка успокоилась. Этот красавец тоже успокоился. В этом углу тишина, да? Даже Муся. Вот тут вот Жосик. Короче, все по лавкам. Мне сейчас с собакой идти гулять. Кто за старшего останется? Я. Я, ты же всегда остаешь. Ты? Ну, так с тебя и спрос будет. Настя остается за старшего, а самым старшим будет Аби. Правильно. Я. Настя будет за старшего, а ты за главного. Я за главного. Я. Ты за главного. Я главный. Я. Я. Ты не ты, ты ничего. Понятно? Я главный. Я. Сейчас получится. Я. Все, Настя. Я. Ты я. За старшую. Я. Лаки. Что, не хочет с тобой Муся дружить, да? Не хочет Муся с тобой дружить? С тобой никто не хочет дружить. Ты очень, очень громкая собака. Так, Кирем, Демирчик у меня уже после душика прилег. Сейчас еще один товарищ выйдет из душа. Давай, иди. Все? Вытерся хорошо? Все? Да. Отходите ко сну? Угу. Валетиком, да? И Настя там дверью хлопает. Так, я пошла в душ. Всем говорим спокойной ночи. И пока-пока. Ты за старшего, Демир. Будешь тут вот этих вот. Вот она. Вот. Это ужас какой-то. Ладно, всем пока-пока.